Беларуси в ноябре снизилась стоимость набора продуктов потребительской корзины. Показатель составил 730 рублей. Гречневая крупа подешевела на 11%, овсяная на 8%, пшеная на 5,5%. Подорожали некоторые завозные овощи – перец сладкий, помидоры, огурцы. Здесь основную роль играет сезонный фактор. Со следующего года изменятся правила приема в вузы и порядок сдачи школьных экзаменов. Выпускникам предстоит выдержать 2, а не 4 испытания. Проходить они будут в специально организованных пунктах с 14 по 21 мая. Также предусмотрено 2 резервных этапа. Сертификаты с результатами будут действительны 2 года. Военнослужащие в Беларуси смогут бесплатно получить в собственность арендное жилье после 25 лет службы. Для людей в погонах необходимо порядка 700 тысяч квадратных метров. Обеспечить нуждающихся квартирами правительство планирует в течение ближайших 1,5 лет. В стране 7 и 8 декабря будет проводиться проверка системы реагирования на акты терроризма. Запланировано передвижение военной техники личного состава сил обеспечения национальной безопасности, временное ограничение движения транспорта по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности. На среду объявлен оранжевый уровень опасности. Причина – гололедица и мокрый снег. Водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах, а пешеходам необходимо проявлять максимум осторожности при приближении к проезжей части.